когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные, издревле славные люди. Ай-яй-яй. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Зло во всякое время. Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их.
мой же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие мое. Ной был человек праведный и непороченный вроде своем. Ной ходил пред Богом, Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Извратила путь свой на земле. Ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Наведу на землю поток водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою,
видит также в ковчег без всякого скота, из всех гадов, из всех животных. От всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых, мужского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц породу их, из всех скотов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых, с тобою мужского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Господь, так он и сделал. Так он и сделал, как повелел ему Господь Бог. Он и сделал. Так он и сделал. И сделал Ной все.